И снова массовое отравление. На этот раз на Волыни более 20 человек обратились за медицинской помощью после свадьбы в гостиничном комплексе неподалеку от Луцка. Праздновали еще 28 июля. Не успели гости выписаться из больницы, как в инфекционку снова начали поступать пациенты. И снова после свадьбы в том же ресторане. В больницу доставили более 10 человек. У всех подозрения на острую кишечную инфекцию. Почему заведение принимало гостей после массового отравления, теперь будет разбираться полиция. Тем более, что сегодня стало известно причина. Сальмонеллез, который обнаружили в майонезе.